بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد дорогие телезрители мы вновь в эфире на канале Hadi TV с нами по-прежнему наш гость шейх Курбан и мы продолжаем тему обсуждения единобожия салам алейкум рахматуллах брат мы насколько я помню говорили о э, на тему о том противоречит ли наука то есть они являются они э, противоречимы то есть есть ли у них проблемы друг с другом у религии науки и вы насколько я помню э, остановились то есть мы последний раз обсуждали то что э, знания который дает нам Божественное Писание, вы поделили на две части. То есть напоминание, то, что мы и так знаем прекрасно, и то, что мы знать не можем. Пожалуйста, прошу вас, продолжайте. Ауду биллахи мина шейтани р-раджим, бисмиллахи р-рухмани р-рухим, ва бихи инастаин, ва хуа хаиру насырин ва муин. Ва салату и саламу ала саиды л-амбияи ва л-мурсалин, ва ала алихи тайбин т т т т т я прежде всего приветствую дорогих телезрителей Хади ТВ. Напомню, что мы говорили о том, что знания, которым религия уделяет внимание, это те знания, которые имеют пользу для человека, в жизни человека. И здесь мы коснулись другого вопроса, а именно отношения религии и науки, религии и... В первую очередь экспериментальные науки, так как мы сказали, что, как правило, под наукой подразумевается именно эксперимент, опыт. А философские знания науками, науки, как правило, не считаются, по крайней мере, сейчас и в западном мире. И чтобы разрешить этот, этот вопрос, отношения между религией и наукой, и понять, каковы же их отношения, потому что очень распространенным, даже более чем... Распространенным является мнение о том, что они друг другу противоречат, потому что основой знания является исследование, изучение действительности, опыт, в конце концов. А основой в религии, в откровении является доверие авторитету. Это пророк и, естественно, откровение. Текст, который несет, передает человечеству пророк. То здесь есть слепое следование в каком-то смысле, так понимается, и поэтому религия и наука несовместимы, и поэтому религиозный человек, если выражаться другими словами, не может быть научным человеком. Научный деятель и религиозный деятель несовместимы, поэтому любой научный деятель, любой ученый, любой преподаватель какой-либо науки, он должен быть светским человеком, он не может быть религиозным человеком. Потому что религия ему будет диктовать, и он непременно должен будет следовать своей религии как религиозный человек. А эти знания приобретены с помощью авторитета. И поэтому с, той, с этой точки зрения он не может быть ни в коем случае научным деятелем. Потому что ему, ему религия дает определенные установки, определенные знания, которым он непременно должен следовать. И по этому поводу мы сказали, что, во-первых, религия, миссия и религии, предназначением религии не является преподнесение человечеству знаний, которые он может, во-первых, сам обрести. То есть, другими словами, религия несет знания, которые человек не в силах, не способен никакими путями ни в коем случае приобрести. В особенности, когда речь идет, когда говоря наука, мы подразумеваем именно экспериментальную науку, потому что границы и компетенция эксперимента, она очень ограничена. Она ограничена именно телесными объектами, материальными объектами. И все, что не является телесным и материальным, уже не находится в поле зрения и в поле деятельности эксперимента и опыта. Поэтому с учетом того, что под наукой как правило, понимается именно опыт, поэтому этот вопрос еще более ясным становится. Мы приводили пример того тех знаний, которые человек самостоятельно приобрести не сможет не может. И поэтому есть нужда в откровении. В качестве примера было пример был эволюция, точнее происхождение человека. От чего произошел человек и происходил ли он от чего-то чего вообще? В данном случае мы видим, что любые доводы, доказательства и, и тем более эксперимент он более чем бессилен в данном случае в выяснении как в подтверждении происхождения человека, так и в опровержении происхождения человека. И в данном случае у нас нету никаких других источников, кроме откровения. Конечно же здесь научные деятели, биологи и так далее будут возражать, но на самом деле, если мы глубоко исследуем их возражения, их доказательства, и доводы, мы видим, что нет, на самом деле здесь не истекает, то есть того самого необходимого следствия, необходимого вывода, которые они пытаются навязать, оно не исходит из тех доводов и доказательств и предпосылок, которые они предлагают. Можно другие примеры привести, это один из примеров, например, очень простенький пример относительно Иисуса Христа, Исы, алейхи салату ассалам, который по утверждению всех христиан, христианского мира, был предан смерти, был убит, он умер. И здесь истину невозможно выяснить, кроме как с посредством откровение. Только откровение может дать понимание того, что он на самом деле не был убит. А на самом деле был убит другой человек, который предстал перед глазами убивавших в облике и в образе Исы, алейхиссалату вассалам. Это еще один пример. То есть мы, здесь мы видим науку, историю и даже экспериментальную науку беспомощной в выяснении данного вопроса. Извиняюсь, вопрос. Допустим, Насколько вообще вероятность, допустим, они доказывают эволюцию? Насколько а, процентов, если так можно выразиться, они могут это доказать, что в принципе, то есть, все мы можем предполагать с большой уверенностью, что она есть, что она была такова, как они утверждают, или ее не было. Есть ли процент или это в принципе там никак нельзя утверждать? То есть это предположение, предположение предполагает э, возможность обратного. То есть, если мы предполагаем, что это черного цвета, это, это материя черного цвета, предположение наше означает, что оно может быть и не черного. То есть вполне возможно, что оно белое. Наше предположение никоим образом не делает материю черной. И в данном случае все 50 на 50. А пока mm -hmm. все. 50, то есть здесь абсолютно сомнение. Пока 50 на 50, конечно же, мы не можем из-за того, что есть предположение сделать вывод, что это на самом деле так. То есть говоря о том, что человек схож с обезьяной, и поэтому вполне возможно, что от обезьяны произошел, но вопрос возникает, почему обратного процесса не было? И почему человек не мог произойти от животных, которые более схожи с биологической точки зрения с человеком, нежели обезьяна? Обезьяна, она схожа с человеком внешне, но есть животные, которые более схожи биологически, имеют более... Ну, например, кто производит эксперименты, медицинские эксперименты на обезьянах? Мы же никогда не слышали о том, чтобы медицинские эксперименты проводились на обезьянах проводятся на тех животных, которые генетически и которые биологически более близки к человеку. Но это не обезьяны. Но это на самом деле немножко детальное обсуждение темы, которой нам абсолютно не нужно. Мы здесь нет в этом нужды. У нас примеров огромное множество того, что человек сам самостоятельно выяснить не может. Другим примером может быть знание неорганических вещей всего неорганического не материального смысла неорганического uh -huh. то есть например камня обладает ли камень знанием или не обладает uh -huh. камень по своему сам по себе таков что не может проявить никоим образом не может проявить свои знания то есть мы знания наличие знания в том или ином существе то есть о наличии знаний в том или ином существе мы узнаем потому, под этого знания. То есть проявляется это знание или не проявляется. Представьте себе человека, который самый умный, самый знающий среди всех остальных, но при этом нико, ни, ничего не пишет, ни статей, ни уроки не дает, ни лекций и вообще никак не проявляет. То есть он всю свою жизнь молчит думает, например. Как мы узнаем, если, является ли он таким умным, таким знающим, таким талантливым или не является? Мы, конечно же, никогда не узнаем. То есть о знании мы судим по следствиям знания. Как нам узнать, есть ли у камня знания или же есть ли у дерева знания? У всего неорганического, неживого владеют ли, обладают ли они знанием. И в данном случае мы видим, что имеются разные точки зрения среди людей, среди учений, среди науки, в том числе и философии. Мы видим, что многие философы, конечно же, считали, что у неорганических нет знаний, они знаниями не обладают. Ну и при этом, и при этом док приводили доказательства, доводы того, что пытались доказать логически, философскими методами, что у органических нет знаний. И напротив, мы видим другую группу философов, которые доказывали обратно. Они утверждали, что все бытие, вне зависимости органическое, неорганическое, живое или же неживое, обладает знаниями. Неорганическое, ну, здесь, конечно, мы имеем в виду материю. Материю в, в его современном научном понимании. Материя. Обладает ли материя знанием или не обладает знанием? Я извиняюсь, Не является ли вступлением к обладанию знанием, самосознание? Самосознание? Да, то есть сознание, чего бы то ни было, то есть на сознание накладываются уже знания. Это является необходимой составляющей того, чтобы нечто обладало знанием? Знание имеет разные уровни. И я не уверен, что именно самым начальным уровнем является самосознание. То есть самым начальным является самосознание. Это я не уверен, я не могу об этом говорить. То есть это опять-таки за пределами научных методов. То есть наука, она не может прямо утверждать, что любой знающий, он прежде сознает себя, а потом уже э, обладает другими знаниями. Это сложновато немножко определить. Таким образом, мы видим две группы ученых, которые противоречат друг другу. Одни говорят, неорганически обладают знаниями, другие говорят, что не обладают знаниями. И когда мы смотрим на их доводы и доказательства, мы видим, что здесь нету, то есть среди тех доказательств и доводов, которые они приводят, нету ни одного доказательства и довода, которое подтверждало бы вот ту или иную идею ту или иную точку зрения. Все доказательства имеют большие недостатки. И таким образом приняты быть не могут. И одновременно мы наблюдаем в откровении утверждение о том, что неорганическое и даже более того все, все существующее, все бытие обладает знаниями. Например, в Коране имеются имеется множество аятов, где говорится о том, что все произносят следующие слова: Субханаллах. То есть таспех, тут таспех. Это в словарном значении таспех в словарном значении означает говорить "Субхан Аллах". То есть говорить. А, как известно, чтобы говорить, нужно обладать знаниями. Например, в 57-й, 59-й, 61-й суры священного Корана, первый аят в этих трех сурах, то есть 57, 59, 61, в этих сурах самый первый аят есть Саббаха лиллахи ма вамеафиль ва арад или саббахалилахимафисамевати валь арад. Ну там в некоторых случаях отличаются аяты в одном в одной суре и в другой суре аят отличаются. То есть говорит таспех все, что на небесах и на земле. Но здесь в данном случае, конечно, имеются толкования разные, что все имеется в виду все живое. Потому что некоторые, такие как Аллямета Бетабаи, в своем толковании Аль-Мизан, он, так как считает, что неорганический, не обладает знаниями, и основывается он на том, что знание является нематериальным. Так как знание нематериальное, поэтому материя знанием обладать не может. У него имеется для этого доказательства. здесь уточню один момент. говорите в данном случае, это значит выражать это каким-то образом? Вот Или как, что как раз, как ввиду? раз я это хочу сейчас затронуть. Аламет Абитабаи в Альмизане, он утверждает, что то есть начнем с его идеи. Идея о том, что знание, оно нематериально. И так как знание нематериально, материальное знаниями обладать не может. Ну, вы спросите, человек тоже материален, ну, как он обладает знаниями? Он утверждает, что человек имеет материальную сторону и нематериальную сторону. Его материальная сторона, коем является тело, оно знанием не обладает. А знанием обладает нематериальная сторона, а именно то, что мы называем, как правило, духом, душой. Душа обладает знанием. И так как он убежден в этом, убежден в том, что знание нематериальное, то соответственно он должен толковать. Толковать это стоят выносказательном значении. То есть не в буквальном, потому что буквально значение таспиха это говорит Субханаллах. Субханаллах, то есть Аллах причист. Аллах причист от, от недостатков, имеется в виду. Так, это правило на самом деле, правило, заключающееся, вообще правило речи разумного человека. Иногда думают, что это касается только речи. Всевышнего Бога, речи Бога в Коране или же речи пророка Мухаммада, وسلم, в священной суне, но это на самом деле речь каждого разумного. Любой разумный, говоря, соблюдает определенные правила. В чем заключаются эти правила? Я в качестве вступления к этому толкованию разъясню один вопрос: вопрос касается того, как понимать речь разумного. Как понимать? Всегда ли необходимо понимать его речь в буквальном значении, в буквальном смысле? Или же есть те или иные ситуации и обстоятельства, где его речь может быть иносказательной, и мы должны понимать его речь иносказательно. Естественно, что не всегда человек говорит буквально. То есть не всегда он использует слова в буквальном их значении. Иногда он говорит лев, но подразумевает не животное. не животное, которое живет в лесу, а подразумевает человека, который обладает э, мужеством, обладает храбростью, например. Подразумевает некоторые качества льва в человеке, так я понимаю. Нет, именно слово лев использовать в отношении человека. Да, то есть некоторые качества этого льва не как животное, а как качество, правильно? Да, то есть храбрость, некую силу, которой, которой обладает лев. В данном случае он в своем уме приписывает определенному человеку, и поэтому называет этого человека львом, например. И что мы, когда он называет, например, того или иного человека львом, мы должны понимать это как то, что этот человек на самом деле является хищ хищным животным. Нет, конечно. Но как нам определить, что он имеет в виду? Что этот человек имеет в виду? Буквальное значение или же иносказательное значение? Какое значение он вкладывает? Откуда нам это узнать? Как нам это определить? Извиняюсь, брат, мы прерываемся на короткую рекламу, после этого вернемся в эфир. Уважаемый телезрители, мы вновь в эфире и продолжаем тему. Пожалуйста, продолжайте. Да, то есть вопрос заключается в следующем Как нам определить, что говорящий подразумевает иносказательный смысл, а не буквально смысл. Здесь должно быть указание. То есть должно быть то, что указывает на то, что он использует иносказательный смысл. Иногда то, что указывает на то, что он имеет иносказательный смысл используют в переносном значении это слово имеется в самом в самой речи например он говорит я видел льва который храбро стрелял из лука мы здесь прекрасно понимаем что хищный лев из лука стрелять не может и поэтому он подразумевает в данном случае человека храброго а не хищного животного под львом то есть то, что в речи сказано, что он стрелял из лука, является указанием, то есть является определяющим моментом, который указывает нам на то, что он имеет в виду переносный смысл, переносное значение. Но дело в том, что не всегда в речи имеется этот указатель. Иногда он в речи отсутствует, но присутствует в понимании каждого человека. То есть каждый, каждый человек понимает, что несмотря на то, что в речи нет ничего указывающего на это, разум подсказывает, что все-таки этот указатель должен быть. То есть этот ограничитель, этот определяющий фактор того, что он имел в виду иносказательный смысл, должен быть. Например, Всевышний в Священном Коране говорит, что Бог всемогущ над каждой вещью. Гадирун аля куллишей. Куллишей над каждой вещью, обратите внимание. То есть он всемогущ над каждой вещью. И здесь приходит человек, увидев эту речь, говорит, что он всемогущ над каждой вещью, значит, может создать камень, который сам не может поднять. Естественно, задается таким вопросом. Конечно же, неестественно, но все-таки... В тех или иных целях для того, чтобы принизить откровение, делает это. Делает подобное сомнение. Но что мы здесь можем сказать по этому поводу? Что э, Всевышний и в этом случае всемогущ. То есть он может создать камень, который не сможет поднять, или, или же нет, мы эту, эту речь ограничим придадим ей другой оттенок. Исключим из этой речи некоторые вещи. Скажем, что не над каждой вещью. Конечно, здесь некоторые сказали, что этот камень не является вещью, но это, это не имеет не совсем правильный ответ, не совсем тот ответ, который можно принять. То есть, что мы здесь должны сделать? сделать исключение в данном случае из этой речи, потому что в аяте говорится, в священном Коране говорится над каждой вещью. Но дело в том, что здесь этим определяющим фактором, этим указывающим моментом является разум, потому что разум понимает, что что невозможно, невозможно. Разум это об этом судит, что невозможно, чтобы Всевышний одновременно был всемогущим и не был всемогущим. Потому что существование подобного камня говорит о том, что он не всемогущ, потому что этот камень поднять не может. Но при этом мы изначально предполагали, что он всемогущ. То есть или А, или не А. А и А, и не А быть не может. То есть он или всемогущ, или не всемогущ а быть всемогущим и не всемогущим одновременно не может. Об этом судит каждый здравый ум. Кроме коммунистического ума, но любой нормальный ум говорит о том, что этот закон абсолютно соответствует действительности. Этот закон имеет место быть. И любой разум подтверждает истинность и правдивость этого закона. И поэтому этот закон, который понимает любой здравый человек, любой нормальный человек, он является ограничением в данном случае данного аята. То есть он может, другими словами, мы должны так понимать аят, он может, он всемогущ над каждой вещью, которая возможно Поэтому в аяте не говорится, он всемогущ над каждой вещью, вне зависимости от того, возможно это, эта вещь, существование этой вещи или невозможно существование этой вещи. Как, например, порочный круг. Вместо камня приведем порочный круг, пример. Кто-то придет и скажет, может ли он создать порочный круг. Сам порочный круг невозможен. Таким образом, не только сама речь является указывающим фактором. Иногда Бог может сказать: проявляйте уважение ученым, и тут же сузить этот круг и сказать тем ученым, которые являются, например, добродетельными, например, эта добродетельность ограничивает этот и сужает круг ученых. Иногда этот этот, этот фактор наличествует в самом тексте, а иногда не наличествует, но имеет место быть в каждом человеке, то есть каждый ум понимает это. И поэтому, когда мы говорим, когда Алла Метабетабай говорит, говорит об этих аятах, о которых мы говорили, таспих, саббаха, то есть говорит Сабхан Аллах, он так как имеет закон у себя, имеет логический закон, согласно которому неорганические э, знанием обладать не могут, так как знание не материально, а неорганическое является материальным. И, и этот, этот закон, это правило для него сужает значение этих аятов. А что в аятах говорится? Саббаха лиллахи ва То есть говорит э, Говорит субханаллах все, что на небесах и на земле. Он поэтому сужает, говорит, все живое говорит. Потому что есть логический закон в данном случае. А, ну и, естественно, другие аяты, но я так понимаю, что время закончилось у нас. И, да, к сожалению, меньше минуты осталось. Я думаю, можно на этом прерваться. Иншаллах, в следующий раз продолжим. До следующего эфира, уважаемые телезрители. Саламу алейкум, рахматуллах,